Светлана Кузнецова вышла во второй круг розыгрыша Кубка Кремля. В стартовом матче россиянка обыграла китаянку Нали 6-4-7-5. Помимо Кузнецовой, в следующий круг прошли Вера Душевина, взявшая верх над Николь Вайдишевой, Екатерина Макарова, победившая Елену Веснину, и Вера Звонарева, переигравшая Марию Кириленко. Среди мужчин 23-летний Александр Кудрявцев чуть не выбил из розыгрыша серба Янка Типсаревича. Россиянин взял первый сет, но проиграл второй. Судьба встречи решилась на тайбрейке, где Кудрявцев вел 4-1, но в итоге уступил.